мы считаем, что у всех республик Северного Кавказа есть очень большие перспективы с точки зрения развития туризма. И это и Дагестан, это и Чечня, это и Ингушетия, это и Осетия, и Адыгея. И мы просто надеемся на то, что местные органы власти обратят внимание на туризм, поймут его потенциал, и, собственно, мы, как федеральное агентство, будем с большим интересом взаимодействовать с региональной властью для развития именно туризма, потому что, как вы знаете, существует федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма, и в рамках федеральной целевой программы может быть осуществлено софинансирование развития туристской инфраструктуры. Поэтому, пользуясь такой возможностью, я обращаюсь к руководству Северокавказских республик обратить внимание на эту возможность и включиться активно в работу совместно с Ростуризмом для развития инфраструктуры, туристской инфраструктуры Северного Кавказа. Очень перспективные, популярные, естественно, направления, связанные с лечением, потому что очень много источников различных, целебных вод. Естественно, на Северном Кавказе есть очень хорошие горы, и, мне кажется, должно развиваться направление, связанное с горным туризмом, с различного рода экстремальным туризмом. Альпинизм, конечно, должен развиваться. Ну и не только, очень много ведь и различных очень интересных других мест, каких-то очень уникальных и красивых с точки зрения природы. Это, конечно, сейчас очень в мире популярно, экологический туризм, проживание в каких-то вот интересных местах, этнографический туризм. Северный Кавказ славится большим разнообразием народов, его населяющих, и у каждого народа есть своя культура, свое искусство. Это очень интересно и перспективно. То есть, мне кажется, руководители республик должны понять, что туризм может быть очень серьезным стимулом для развития экономики всего региона. И обратив внимание на туризм, совместно с нами мы готовы реализовывать различного рода проекты.